Серик летел по делам в Нью-Йорк. Этим же самолетом летела и Анджелина Джоли. И тут самолет над океаном забарахлил и рухнул прямо в океан. Выжили только Серик и Анджелина Джоли. Доплыли до необитаемого острова. Тут завязался у них роман. Все как положено. Любовь, морковь. Но спустя 3 месяца Серик вдруг загрустил. Анджелина спрашивает: «Серик, what happened? Что случилось? Ты меня больше не любишь?» «Ой, Анджелина, я очень тебя люблю. Ну, могла бы ты для меня сделать вот одно дело, пожалуйста, я тебя прошу». «Что, для тебя все что угодно. Надень, пожалуйста, мои брюки, мой пиджак и подрисуй себе усы, а?» «Серик, ну ты же вроде не гей, зачем тебе это нужно? Ну, я не понимаю». «Ну сделай, я тебя прошу». Ну, надела пиджак, брюки, подрисовала усы. Серик садится рядом и на ухо говорит: «Ара, ты не поверишь, кого я ебу уже 3 месяца!»